Ну что, ты готов? Да. Ну, давай. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Клауд, и мы продолжаем играть в GTA 5. Только да, где Клауд? Ну, на самом деле, мы до серии записали без енота, пока он там спал где-то. Да. И поэтому для меня это уже третья серия. Я переодевался, но более логичной майки я не нашел, поэтому ты сейчас увидишь и удивишься. Более логичная, бывают логичные майки? Ну, логичная майка есть, это вообще не логичная. Мне пишет какой-то гусь GoDota. Представляешь? GoDota. Слушай, а что за круг такой вокруг чего-то там непонятного? В смысле? Подожди. Ух ты, какая точила у чувака. А, наверное, ты этот видел, какая-то машина этого... Джеймса Бонда. Джеймса Бонда, да. Привет. Рэмбо. А ты на отеле, что ли, наверху? А, это наш, что ли, чувак? Да, я на... Я вижу тебя. Смотри, какая у меня майка. Блин. Но у тебя тоже вижу... красные штаны. Черт! Ну так как-то посмотрел. Клауда падение. А у меня, смотри, какая майка. У тебя понтовая. Понтовая. А с кем мы там сражаемся? Подожди, что за битва вообще тут? Почему не могу трахаться уже? А, я курить ставил, вот почему могу трахаться. Да-да-да-да. А что за убийте последнего врага, и я... Прошел какую-то эту... Ты как раз вовремя приехал, короче. Я просто вовремя приехал и прошел миссию. Главное вовремя приехать и забрать себе РПшки. Да, правильно, чего больше не нужно. Ладно, пойду тачку Джинсмунта заберу, поеду кататься. Ух ты, у меня есть патроны даже, прикольно. Ну что, мы этих дебилов отставят нас? А что делаем, что делаем? У тебя есть какой-то автобус? А, да-да, давай я его вызову. Давай, я пока подожду. На 10 человек есть автобус. Охренеть. Пегас, Шаттлбас. Тут... Знаете, где он находится сейчас? Помечу. Тут какого-то парня сейчас запинали. Шаттл автобус. Где он появится? О, мне дали этот. Джеймс Бондскую тачку. А, так он прямо здесь, на подожди, он находится. Недалеко. Тут же танк пригнали. Откуда у меня одна звезда уже? Ты где? Не знаю, я бегу за своим автобусом. Какой нахрен танк? Подожди, это ты бежишь? Я за тобой. Я хочу автобус свой забрать. Здесь машина с собой. У меня с собой? Нет, у меня. ВАЗ-2100. Ой, я нашел этот. Ты нашел автобус? Мопед нашел. Подожди, да я сяду тоже. Ты знаешь, сколько желающих сесть? Представляешь? А ты смотрел это? Невероятная жизнь Уолтера Митти, что ли? Да. Вот там, где 30 мексиканцев на один велосипед бежали. Да, это было весело. А тут парни какие-то. Подожди, можно грабить этот, как его, фургон. Херня, автобус. Я двух мужиков сейчас убил, они, видимо, были плохими, да? Ну не знаю, слушай, да убивай все, что можешь. Мы тут грабим машину на этом. Да, как называют, на мопедике. Тихо. Блять, танк, стой. Я за танк спрятался и решил их. Блять, это наш танк. Слушай, весело у вас тут. Деньги, а нас много тут вообще играет, да? Фига? Да, тут нот наших енотов целых. Куда машина, блядь, сейчас? Подожди, я посмотрю, сколько играет. Мы деньги подобрали? Ух ты, сколько енотов, охренеть, друзья, сколько нас много. Блядь, меня сейчас танк запилит. Так, где мой автобус, грёбаный? Ты вообще где? Что тут происходит? Фух, как я-то не посмотрел во мне. Подожди, заберу тебя. А вот машина, смотрите. С моей машины черная приехала. Инкассаторская. Грабим машину. Где? Подожди. А ты куда вообще убежал? Не можешь грабить? Вот я грабить могу. Вон инкассаторская, я вижу ее. Я слепучку. Блядь, стой! Фух, чуть не сбила меня нахрен. За какой ты машину? Где машина? Куда опять исчезла? Подожди, тут менты, я с них денег соберу. Подожди, где моя вторая машина? Даже здесь по этому машину. Я хочу под автобус забрать просто. Я не знаю, где он находится. Это мой автобус, что ли? Да, автобус шаттл. Подожди, тут мужиков взорвали просто нахрен. На их тачке. Где автобус-то наш? Видишь, ты хочешь. Поехали со мной, Инат. Бери машину, поехали. Подожди, меня мир сейчас сбил. Хрена себе тут с золотым миниганом. Давай, ты сможешь догнать меня? Поехали вместе. Подожди. Меня танк задавил. Так блядь, там какой-то псих громил на танке. Я специально одел штаны. Давай быстрее, на 4 звезды нам. 4 звезды? Да. О, подожди, я знаю, какую машину взять. Они не видят меня, 4 звезды.
Да ладно. Давайте, мужики, прикинь, тут в полицейской машине есть. Ты справа, да? Вот я уже оторвался от всех, поехал. Ну там два раза вниз нажми, видишь, название. Меня убил из снайперской винтовки какой-то Ройсер X. Как он меня вообще мог убить? А это не наш Ройсер X какой-то. Да понятно. Убивай его нафиг. Так он меня убил из снайперской винтовки, вообще даже не ожидал. Сейчас я быстренько сгоняю за, а по 3 километра пилить, ну я быстренько тут на мопедике зайду. 3 километра? Ну да, до 3 километра до точки. Я, короче, в танк нахуй залезу. Давай, я не сможешь в танк залезть. Могу. Если он пустой только. Все, спасибо за танк. Ну танк веселая вещь, я на нем катался. Охренеть, мне дали танк. Короче, я привезу машину, которая 10 штук возит. 10 штук возит. А тут вроде можно в танк попасть и убить, да, чувака? А, со снайперки, говорят, вроде как можно, я слышу. А ты где? Ты вот где циферка 2, да? Вас двое там на одном мопеде? Да, да, да. Прикольно. Давай, мы сейчас я быстренько, а то я уже наеду насквозь. Тут пишет ура. А это танк чей-то получается, да? Да, да, да. Значит, ты вошел, значит, ты знаешь, кто-то из нашей, нашей банды, у него доступ стоит. Прикольно, у них танки, у нас ни хрена нету. Этот танк нужен 70 уровень, я бы купил тоже. Какой уровень? 70. Тут говорят, уже не это, да? Профиль сперли. Не сперли, а забанили, да? Ну, Женю забанили. Эй, Женя. Я знаю гличи, я сейчас снимаю на Ютубе и буду популярным. На... Ну, так и сделал, кстати, собственно говоря. Видимо, ты снимался, да. Что-то тут ментов столько. Им все что-то надо от меня. А ну, может, какие-нибудь миссии попроходим, нет? Мне кажется, веселее его тут просто гонять. Ну, да, вполне. Гонять просто веселее. Слушай, я нашел полицейский этот. Ты где вообще, черт возьми? Ну, я уехал через город. Видишь, куда? Где сейчас еду? Я уже почти приехал на автобус, кстати. Поеду я к тебе. Давай, заодно закатим. Кто-то пишет мне, добавь друзья. Просто, а у меня мест друзей нет. На военной базе, понимаешь, блин. Че он? На военной базе появляется? Около военной базы, так же, как и Либератор, видимо. Ну, ни хрена себе. Все, мы приехали к нам в автобус. Надо тут попасть-то. Где человек вмещается автобус? Ну что, экскурсия, поехали. Подожди. А он не взорвется, наш автобус? Прикинь, танк ездит по речке, но недолго. На танк едет, что ли? Я на танке. Так ты ж полгода будешь ехать на танке. Да потому что... Да. Ух ты, он реку пересек и выжил. Охренеть. Я, кстати, сейчас до тебя доеду, между прочим. Ну, давай встречаемся там на полпути. Танк это не едет так, как хочется. Ребята пешком быстрее бегут, чем я на танке. Сух! Может, у тебя танк поломался? Нет. Я одного задавил, блин. Но он выжил. Ну где ты поехал хотя бы к мосту? Блять, одна звезда. Вот, так ты далеко еще. На, блядь, две почти. Наверное, уже. А, нет, одна. Да не, я еду же к тебе. Я понял, где ты. Наверное. Потому что я что-то не пока... А, ты розовый? Ну... А, да, енот написал, все, ты. У меня личный танк. Почти личный танк. Бесмобиль был, короче, мы там винтов гоняли, там шестером на машине, там это было весело. Бесмобиль? Ну, такой глюк, там сразу чуки пропадают, когда садятся внутрь машины. Ну, а если они сидят такие? Ну, мне дали что-то 100 РП. Вот это? Ходи, вот это наша тачка? Ходи. Стой. Пересаживайся. Должен сесть в кабинку внутрь. Не, садитесь, она 10-местная. Давай, вон чувак сходится. А чувак как сядет? Вон, видишь, исчезает прямо в этой штуке. Вон он сидит. Да, я же тебе говорю, ну классно, 10-местная машина. Охренеть. А еще можно в этот, как называется, сесть, знаешь, какой? Ну? 10-мест можно сесть еще в этот. 10-мест еще можно сесть в грузовик. Он тоже 10-местный. Блядь, 4 звезды. Идиота, кусок, зачем? Нормально, весело будет, машина убийц. Машина убийц. А что еще там заберем? Последнего. А, он на вертолете. Ай, больно. Отстреливайся, отстреливайся, не надо, отстреливайся. Сейчас я доел клубнику и готов.
отстреливаться. Давай, давай. Почему, когда катаешь, когда ты едешь с игроками, там бонус, то очень быстро набирается РПшка. А там, чем дольше катаешься, тем лучше. Это мне наш какой-то едет. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он еще не знает, что у нас тут до хрена. Давай, по лучшим экскурсиям. Горы Абхаза. Они едут. Абхазия. Маршрутка, блин. Маршрутка. Передаем за проезд. Точно, Сирию назову маршрутка. Давайте, как он называется? Вертолеты, чтобы не мешали. А тут справа, парни. Да я вижу. Подожди, блядь, я почти убью. Смотри, он тут чел. Че? Куда мы едем, черт возьми? Да это все из-за того четырехзвездочного. Ну давай, садись. Давай, чувак. Блядь, я, по-моему, нашего убил. Сука. Да. Валим, 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 я его убил. Я убил нашего. Они тебя не простят. Да я думал, это чужой. Почему он на него наводится, я не понимаю. Чушь, у нас уже что пробили. Автобус уже просто не поворачивает. Да все потому, что 4 звезды у кого-то было. Мы пойдем, взяли соучастника. Что? А, нам пробили переднее шасси, да? Охренеть, у нас... Как поезд скоро будет. А куда едем-то? Просто пытаемся скрыться. Скрыться? Хрена себе, смотри, как полицейская машина переворачивается. Если у нас 4 звезды, то мы не скрывался. Вау. Это реально, достижение. Это реально. Не, это реально. Заряжаешь какую-нибудь херню и все. У меня, блин, оружия нет, надо купить. Тебе бы в липучек купить там того. Того всего такого. О, РП дали. Мальца. А куда мы едем? Куда мы едем? Ну, я пытаюсь скрываться. А может мы как-нибудь на гору заедем и спрыгнем это с парашюта все вместе? У нас он. Я попытаюсь сейчас налево свернуть. Там есть какой-то туннель. И. Попробуем там скрыться. Охренеть, ты видел? Ты видел, черт возьми? Титан? Нас титаном сбили? Да. Нас сейчас сбили титаном и сбил Ройсер RX, блядь. Он вообще безбашенный хрен. Ты видел, что сделали с нашим автобусом? Да, помялся. А что, тут под водой можно ездить? А, тут же глюк, короче. Нет, машина не едет, но можно бегать под водой. Как? Вот прям выходишь и бежишь. Да прям. Это когда в воде, что ли? Выходи и беги. Он... Встань, главное, на поверхности, можешь бежать потом под воду. Он плавает. Ну я бежу, смотри, вот я бегаю, смотри, под водой нахожусь. А как нырять, подожди? Не нырять, просто беги. Он ты не... сначала выйди, выйди сначала ты на поверхность. Ты плывешь. Сначала выйди, вообще ты плывешь. Просто... А, ну я бегу, на самом деле, мне кажется. Нет, ты меня тоже плывешь, ну? Я бегу. Нет, ты плывешь. Да я бегу, я тебе говорю. Куда мы плывем-то, блядь? У меня здоровье кончается, сейчас я откину. У меня ни воздуха, ничего нет, я плыву, просто бегу. Ты реально что-то глючишь какой-то. Да нет, это тебе просто кажется, и ты сейчас сдохнешь, наверное. Сдохнешь? Я же для себя так бегаю под водой. Не, у меня сразу... Стрелять, господи, такие проблемы. Не, у меня сразу вплавь идет, вплавь. Ах ты, сучок, какой-то киллер 0543. Какой-то убил вас со снайперской винтовки. Ты умер? Ты умер? Ты жив? Где ты убил со снайперской винтовкой? Да, где-то там. Засранец какой-то появился. Подожди, у меня же был другой автомат этот. Ага. Он слетает тут на вертолете какой-то дебил, ты его нас сбить. Ну. Его сейчас собьют. Вот это надпись. Ой, блядь. Больно, 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 больно. Его сейчас взорвет из минигана, чувак. Громил там, он на сотый уровень. Спасибо. Зачем мне по голове дали? Так он не может попасть по. Вы такие добрые. У нас добрые эти подписчики, да? Угу. В голове пробегаешь. Ты где, ты где, ты где? Нам утих... Я взял базуку свою с фейерверками. У меня 3 звезды, я просто опасный, блять, хрен. Вон этот. Я хочу в упор. Меня убил, блять, в упор какой-то. Мишакес, это хер знает.
Да какой ты, блядь, ник дебильный выбрал, чувак. Почтатура, кстати, поздравляю. Блин, мне нужно это, патроны. Я вообще на каком-то островке. А, да, он сверху бегает, всех убивает. Погнали куда-нибудь. А как ты бежишь отсюда? Так я умер 20 раз уже. Сейчас я возьму тачку и уеду в Гималайи. Сначала попробую с воды убежать на каком-нибудь там... Так с воды меня убили, подожди. Блять, меня менты сбили, суки, блять. Троих сбил. Троих сбили. А нет, живо. Что он делает? Смотри, что он делает? Мент меня реально по мне катается, ты это видел? Я видел, как нас троих сбило сейчас нахрен. Мент специально меня давил, стоял и катался на мне специально. Я не видел, но я знаю, что меня сейчас убило. Тебя тоже убил мент? Нет, не убил, но он по мне катался. Я такой первый раз вижу. Ты такой вообще видел, что тебе мент катался? Подождите, вы машину взяли ментовскую? Я взял машину. Подожди, стой. Блять. Опять чуть ты как-то тебя не сбил, по-моему. Ты лаги на сервере, заходи быстрее, там какой-то чел бежит. Поехали. Это наш, это не наш, блять. Поехали. Все, меня пристрелил козел какой-то. Он без меня там. Ой, боже, нет. Да ты просто мастер езды. О! Меня убили! Какой я мастер езды? Я машину же не управлял! Да? Еще никто меня пристрелил, чувак. Все, теперь твоя машина моя. Господи, поехали сжимать какой-нибудь. О, боже! Блядь, там дальше еще хуже. Вон сверху скотина на вертолете. Так, где моя базука? Блять, давай, газу. Че это ты не знаешь? Что за ах тут творится, а? Чувак какой-то в машине мне бибикает. Вообще какой-то трэш. Капец, короче, перестрелки, жесть. Безумная маршрутка. Да потому что, блять, надо оружие. Вот да мне дофига оружие, ну блин, вот некоторые читеры, знаешь, как стреляют по-читерски. А как они так стреляют? Ну потому что читеров то хера тут в этой игре. Тут нет читеров. А есть вот читеры, я тебе говорю, это хер еще читеры. Mm-hmm. Есть. Ох ты сука, а он и правда читер. Чё? Какой-то Райсер Рикс. Что тебе говорил? Не, может у него все прокачано на 100%, он сразу в очко бьет и ты помираешь. Это по-моему не влияет. Блядь, давай как-нибудь отсюда уедем нахрен. Давай, как? Мой котик на майке волнуется, блядь. Я одел петушиные крашеные штаны, я не думал, что... Через бревна стреляет. Нормально вообще? Угу. Нормально. Ого! Охренеть, тут шестиколесный автомобиль, блядь. Ну это вызвал громил, скорее всего. Нет, только доступ есть к этому. Машинка. Да? Золотой, блядь, нас... Убили, и опять этот убил, идиот. Слушай, давай на него пожалуемся. А как это делать? Я не знаю. Сейчас все сделаем. Подождите. Нажимаем сеть. Нажимаем игроки. И выбираем вот этого Буроекса. И нажимаем отправить жалобу. И жалоба что он делает? Сеть. Игроки. Блять, у меня подвисло, когда я решил жалобу на него. Отправь жалобу. У меня игра подвисла, блять. Чат, настроение, недостойное поведение. А, эксплойт напишу.